Если вы расстались и пытаетесь найти решение, как все вернуть назад, тогда вы попали в нужное место. Дослушайте мое видео до конца. Здравствуйте, меня зовут Виктория Власова, я эксперт по семейным отношениям. Я разобрала тысячи историй и точно знаю, как вы можете изменить себя и свою жизнь, восстановить отношения с помощью моей авторской методики. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. Очень приятно слышать и видеть плоды своей работы. Именно история Анастасии является очередным доказательством, что восстановить отношения возможно, если не просто хотеть, но и предпринимать правильные шаги. И это не пустые слова. Анастасия делится своими результатами. И если вы не смотрели первую часть, рекомендую начать с нее. И я зачитаю рассказ Анастасии. Анастасия рассказывает: «Разговор с Викторией помог мне расставить все на свои места. Я поняла, какие ошибки совершаю раз за разом. Но самое главное, я обрела надежду и крепкую уверенность, что смогу исправить ситуацию. Я благодарна Виктории за то, что она не проявляла ни капли сочувствия, как доктор, который лечит тяжело больного пациента. До того момента я зациклилась на жалости к себе. Я просто утопала в сочувствии близких мне людей. Это мешало сосредоточиться на основной проблеме. Мешало взять себя в руки, вернуть себя себе. Я находилась в замкнутом круге, а Виктория помогла мне выйти из него. Показала мне дорогу к моему счастью и самой себе. К самоуважению и самодостаточности». Итак, давайте мы с вами разберем, почему опасно оставаться наедине со своей проблемой. За годы своей практики я заметила, что очень многие боятся принять помощь. Я сама все могу, я сама справлюсь. Но когда мы находимся в сложной ситуации, то порой не видим решения. И я приведу пример. Вам рассказывает подружка о какой-то, по ее мнению, сложной проблеме и не видит выхода. Вы ее слушаете и удивляетесь, что ответ очевиден вам, но она его не видит, потому что находится в ситуации. Когда я читаю анкету, которая заполняется перед консультацией, я ознакомливаюсь с историей, и все ответы вижу, так как они на поверхности. Мы находим настоящую, а не надуманную причину разрыва и составляем четкий план действий. По опыту могу сказать точно, что не существует единого решения абсолютно для всех. Один совет кому-то поможет, а кому-то может усугубить положение. Поэтому эффективнее подбирать решения под каждую историю индивидуально. Согласитесь. Еще один пример. Когда у вас болит голова, то вы же не принимаете все таблетки, которые у вас есть. Правильно? Вы принимаете нужную. Так почему же при расставании вы применяете все способы, которые услышите, а не тот, который подойдет именно вам? Если вы чувствуете, что самостоятельно вы не справитесь, много чего перепробовали, или наоборот, пока еще ничего не делали, рекомендую записаться ко мне на консультацию, и мы найдем решение под вашу уникальную ситуацию. Записаться на консультацию вы можете по ссылочке под видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. С вами была Виктория Власова. Увидимся. До новых встреч!